Детский сад – это место, откуда детвора начинает свою дорогу в большую жизнь. И те, кто работает в дошкольных образовательных учреждениях, стараются приобрести настоящий профессионализм. А знаниями и накопленным опытом с ними делятся педагоги с большим стажем. Эти молодые педагоги еще недавно были студентами. Получив диплом о высшем образовании, они сделали свой выбор в пользу дошкольных образовательных учреждений. Первые шаги в своем профессиональном становлении они уже сделали, но нужно идти дальше. Их профессия – одна из самых сложных и вместе с тем востребованных в нашем обществе. И тем, кто ее выбрал, нужно еще многому научиться, чтобы стать признанными профессионалами. Именно для этого и организована неделя молодого педагога. Педагога дошкольных образовательных организаций «Мы все такие разные, но такие интересные», в ходе которой специалисты повышают свою квалификацию. Педагоги и наставники будут транслировать свой передовой педагогический опыт, передавать его молодым коллегам. Сегодня мероприятие в формате деловой игры. Наша задача сегодня настроить на хороший, позитивный, дружеский лад, подружить, познакомить молодых педагогов. Ну и продолжим мы мероприятие в течение всей недели. То есть мастер-классы мы планируем проводить в течение всей недели. Очень надеемся, что создадим хорошую дружескую атмосферу, что она будет очень полезна для всех. Воспитатели, логопеды, музыкальные руководители из 10 детских садов Славянского района надеются получить практическую помощь для совершенствования теоретических и практических знаний и повысить свое педагогическое мастерство. Для меня важно общение с детьми. И такие мероприятия очень важны для познания себя, для каких-то новых знаний. Вот чего я жду от этой встречи. Мне хочется расширить свой кругозор, и я надеюсь, что я получу достаточно знаний на этом мероприятии. Началась работа с деловых игр, в которых собравшиеся продемонстрировали свои умения и таланты. В ходе недели педагоги и наставники покажут мастер-классы по организации и проведению различных мероприятий и специально организованной учебной деятельности в дошкольных организациях. Профессия нелегкая. Но, знаете, только удовольствие от работы с детьми, потому что дети – это все-таки наше будущее. Мы в него хочется вложить. Все самое лучшее отдать, все самое лучшее. И, конечно, за это время на какой-то опыт уже наработали. И, конечно же, хочется поделиться с этим опытом с молодыми воспитателями, которые в наше время, собственно говоря, пришли, решили отдать себя, отдать свое сердце этой нелегкой, но очень благородной профессии. Неделя постижения нового даст возможность молодым специалистам увидеть свои плюсы и достоинства, сдружиться и обменяться опытом. Самое главное – это улучшение качества работы, внедрение современных педагогических технологий. С новыми силами и знаниями молодые педагоги придут в свои детсады, чтобы и дальше поддерживать высокий уровень славянского образования. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».